Открытие ФАПа для местных жителей стало поистине праздничным событием и долгожданным подарком. До этого первую медицинскую помощь людям приходилось оказывать в ветхом здании без должного оборудования. А селение немаленькое. В ауле Гертма проживает порядка 1500 человек. Мы рады такому событию, такому прекрасному дню, такому строительству за короткое время срока, за такую заслугу. И нам достаточно, что он есть у нас. Новое здание уже готово к работе. На открытие приехали представители власти. Для них провели небольшую экскурсию. По словам местных жителей, в помещении сделан качественный ремонт. Есть необходимое медицинское оборудование. В ФАПе предусмотрены кабинеты для акушера, фельдшера, терапевта, а также процедурный кабинет. Многие вопросы, безусловно, они будут у вас сейчас уже на месте. Это дополнительные и рабочие места для медиков, и качественное обслуживание для населения. Кроме того, была облагорожена дворовая территория, установлен забор ограждения, сооружена котельная. ФАП отвечает всем современным требованиям. Он был построен по новому проекту. Отличается от ранее возведенных типовых зданий большей площадью, за счет чего теперь есть возможность принимать большее число пациентов. Я думаю, эта работа будет продолжаться, и нам это только начало. Я уверяю, эти преобразования будут, и нам бы хотелось, чтобы и жители этого села, и вообще сел нашей республики знали и были уверены, что руководство и власть до каждого жителя, до каждого села намерены дойти и преобразовать жизнь наших селян и наших горцев. Всех еще раз поздравляю. Всем наилучшие пожелания. И надеюсь, здесь будет побольше людей, которые будут нам рожать нам маленьких джигитов и наших сестер, и меньше больных. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Казбековский район.